Всем привет! Сегодня 19 сентября, и на наши сервера пришло очередное обновление. Снимаю немножко позже, так как был занят утром. В принципе, обновление небольшое. Добавили межсерверные поля. Да, вот если в сундук Лавалорда был обычный вход, и вот сверху есть такая ПК всех серверов. Нажимая на него, мы попадаем в дополнительную PvP-зону, которая рассчитана на все сервера, то есть здесь абсолютно все, любой может сюда попасть, любого сервера, 240+. Эта кнопка появляется, соответственно, здесь абсолютно постоянно ПК-режим, и все PvP-шцы можно тестировать с разными серверами, со всеми, вот, видите, уже бегают. В общем, это если кому-то интересно PvP режим, кому-то интересно тесты, это особенно, да, для теста очень удобно, если на разных серверах, для топов, для сравнения мощи. Ну, такое вот небольшое обновление, да, вот выход. И также еще нам как бы не добавили, а исправили сундук с генов, можно покупать, они обновляются теперь каждый день. Раньше было, вот если купил, больше не обновлялось. Сейчас обновляется каждый день, и каждый день цена скидывается до 100. То есть, в принципе, вот как-то так. Неплохой бонус. В целом, вот такое небольшое обновление. Если что-то прозевал, пишите в комментариях. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.